Kish, Tonkari, Janyang Bo, Gyanok Bo. Rayanif Mut, Rakzalla, Avan Mumiran Toraman, Idingiben, Eskade, Ale, Bakatjur, Chaladjur, Chakura. Дорогие участники сегодняшнего вечера, дорогие гости, сегодня мы отмечаем в рамках декады родных языков, мы отмечаем День эвенского языка. Всех наших участников и гостей приветствует этнофольклорный ансамбль «Долгунча», руководитель Антуанетта Абрамова. Приветственный номер «Балдача Турыгу». Слова Андрея Кривошапкина, мелодия Василия Захарова. Больницалар ищет, и он имя Хоскинара,
теми би траком. Там некен огонек гербе, журнал, бисин дейнтик. Таричин тикин журнал на би оман кома дейнтова тандер. Учитель шпурчал. Там тандер де би джон каптир. Он кам биде мен кам бисин. Би духов уятен сегодня. Но идем то другое, и не такие они литра. Травму рейдерникам би больнице дублюриде, и не такие горы, и в момент такой горы. Это ты не ты писал, это ты откуда-то списал. Мне стало обидно тогда, и я подумал, я все равно стану поэтом, все равно буду писать. Вот представьте себе, 10-летний ребенок хочет стать поэтом. Желание такое было. Ну, я, естественно, учился в русской школе, в случае, ну, в Среднеколымской средней школе. Я закончил Среднеколымскую среднюю школу, учился в русском классе, и поэтому я в основном писал на русском языке. Ну, не в основном, а все время свои стихи в детстве писал на родном, на русском языке. И после школы я принес подборку своих русских стихов, такой общая тетрадь была. Я принес отцу, отец его прочитал и, ну, похвалил, что я пишу. Не сказал, что хорошие или плохие стихи, он просто сказал: ты сын эвенского поэта, но научись хотя бы писать по-якутски. И вот представьте, после 10 класса, после школы я сел за якутский язык. И вот тогда мне отец подарил сборник стихов Семена Данилова. И сказал: вот, прочитай, узнай, как пишут стихи на якутском языке. Я после 10 класса нашел какие-то буквари, словари на русско-якутском языке. И научился читать, писать на якутском языке. Ну а когда учился уже в институте в Улан-Удэ, я принес подборку стихов на якутском языке. Отец похвалил, молодец, сказал: а сейчас научись писать по-эвенски. Вот так, таким способом он меня заставил полюбить родной язык, эвенский язык. Я научился писать, читать на эвенском языке. И, к сожалению, мои эвенские стихи отец уже не оценил, потому что его уже не было среди нас. Но я много говорить не буду, я вам сейчас прочитаю свои стихи, да? На эвенском языке. Аймакан Далтиджи, Толь Платоныч прочитает свои стихи. Но прежде я бы хотела обратить наше внимание вот на этот стеллаж, который находится справа. Это вот все произведения нашего Анатолия Платоновича. Ведь он пишет, вот как уже и сказал, он пишет не только на родном эвенском языке, он пишет на русском языке, он пишет на якутском языке. У него изданы сборники стихов, его песни вошли в сборник песен, у него есть рассказы, повести и так далее. И кто не знаком, вот можете ознакомиться с книгами. Гай Анатолий Платонович, Аймакан, и там не вуз Топтика. Одной книги нету, я его так и не нашел. Аммодельяна Дирати, «Продолжу полет отца», сборник стихов у меня вышел тогда. Ну, дома я не нашел, поэтому нету. А так в библиотеке... Да, очень известная книга, но в фондах Национальной библиотеки имеется все, да? И кто желает, может познакомиться с этими книгами. В электронном варианте тоже можно заказывать, читать эти книги. Да, Анатолий. Tek bir göndürü mutandaku, gülök göndürü evediş iki elgip kırdı. Gülbati dılgalkar, kinkiye iki elker, erişet etilker, erip mut evesi. Çoğu banyan yanılkar, nisirken binilker, ilen
Знаю, что Анатолий Платонович также много пишет
родном языке в том числе. И я бы сейчас попросила прочитать стихотворение о родном языке. История этого стиха очень интересная. Когда-то, когда я жил на Фонтане, объявили флешмоб и попросили написать стихи на венском языке. Он, Авадич, утемен Никен,
Рентникен, Иенникен, Хаматникан, или был Нюлговачат Дивур, или был Хупкучапле, Кунгал Нюн Эвеникен Татат Дивур, Татук Тагоя Дёмнера. Тими Анатолий Платонович Дутекенер, Авдич Аймакан, Маргантукуй Дон Трампу, Дукритус. Нян, тек, нян декетин не был. Оголда. Микрофон мен хаплай нәриде. Попросила я еще раз Анатолия Платоновича выступить со своей песней и выразила благодарность за то, что он пишет такие прекрасные стихи на родном языке. Эльму Мусаменни песня «Улыбка матери» на слова отца Платона Лапутского. Yeah.
вручить Анатолию Платоновичу со Светланой Павловной наш небольшой такой вот презент. Словарь Василия Афанасьевича Кеметинова. Эмчентехэр, Светлана Павловна, Хоаэч, Никэс, Лундуби, Яв, Гондекон, Абгарбенде, Мандулда, Нян, Тукта Джуляски, Хоя мероприятия в Динде, Хуну, Алаттаттаду, Анатолий Платонович. Платон Ламутский, Эльму Винни. И Кадубиков, Эльму Хару. Айду, Айдмар, Эльму Бесним. Ну а, Мелькин, Мусти, Нуан, Мелькини, Дуслидук, Дусли. Тени добесни, Дусли, ноль тен, тени бевести. Неги няни, тени бести, Тюлелькин бини. Тени добесе, Ток ойлан бу. Следующий. Прочитает стихотворение своего прадедушки. Молодцы! Спасибо вам большое, девочки! Такие молодцы! Они все прочитали стихи своего прадедушки, еще раз напоминаю, Платона Афанасьевича Степанова Ламутского, нашего классика эвенской литературы. Мы вам всем выдадим наши сертификаты, и еще кто-нибудь подойдите. Мне, Амальда, Ольга Петровна поможет, мы сертификаты готовы, да? Сертификаты, значит, тоже готовы, и Ольга Петровна. И также мы выдадим им наши небольшие подарочки такие. Так, Виктория Валентиновна, сертификаты тоже выдают. Так, сертификат за активное участие Сакирдоновой Ане. Спасибо, Аня, большое. Сертификат мы выдаем Жирковой Лане Ай. Лана Ай, подойди сюда.
сюда, пожалуйста. Бумняс, 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 бумтарака, горгов, там дангос. Махарова Элита, Элиточка, подойди сюда, пожалуйста. Спасибо тебе. Каждый раз на каждом мероприятии Элиточка принимает участие. И Аделия, Аделия, дорогая, подойди сюда. Спасибо большое. Так, спасибо вам большое, девочки. Спасибо большое. Так. Лана. Иркал. Анюта, сюда смотри. Фото на память. Сфотографировали и вы можете проходить в зал. Спасибо вам большое. Мут гулунти, хоп колти анинтан,
Мут хайджорти, мут икаурти. Тивун долбане, иган сидул дедун. Качукан булун мо, тиккас недалеван. Мут алага, маркандук кэмпандун. Аянна нинси, турнан тэгаттэ. И может быть, с большим таким сожалением, я все-таки прочитаю его перевод на русский язык, называется «Костер». Пронесенный сквозь тернии к звездам, сверкает наш древний костер. Возвращаюсь назад своим предкам, к истокам своих рек и озер. Опять рассвет над тундрой и над горами, надеждой режет солнце луч. Ведь этот свет общался также над годами, давным-давно с моими праотцами. Но сижу я один у ночного огня, где невзгоды враги покидают меня, где напевы звучат легенд и преданий, где корни мои царя начинаний. Даже хотел бы вам представить произведение, которое было посвящено всем нашим коренным малочисленным народам Севера, Республики Саха-Якутия. Мы все знаем, что у нас аванов очень мало, но в России на данное время существует 40 коренных малочисленных народов Севера, которые объединены общей судьбой. И если мы все будем держаться вместе, то, я думаю, нам сел по плечу, и будущее нам не страшно. Называется «Под нашей полярной звездой». Под нашей полярной звездой, лучами холодного солнца играя, и северного сияния мечтой, живем, культуру язык сохраняя. За нами костры наших предков горят, и слышен гул тысячных стад, и пение души, и бубны шумят, мы те люди, что проводят свой древний обряд. Страна ты кочевий, мой север родной, все народы ты пленишь своей красотой. Пускай не угаснет твой юный задор, и ты мой язык, возвращайся домой. Когда я писал это произведение, я чувствовал, что за мной стоят все мои предки и все мои деяния на этой земле, и они будут оценены уже там. Если я именно обращаюсь к молодому поколению, если у вас в жизни будет такая ситуация, что вам нужно будет поступить правильно во имя своего народа, не сворачивайте с этого пути, потому что вы не одни, за вами все предки, которые берегли ваш язык, вашу культуру, которые принесли этот язык через столетия, ведь мы живем в самых суровых условиях на земле. И Аваны одни из тех людей, которые именно покорили этот северный край. И также вот перевод на русский язык, извиняюсь, тайванский язык. Ингангида Васикат Хардалин. Ингангида Васикат Хардалин. Нюлтан Гарпанджин Эбирад. Нян Хэгнюн Гэгнджит. Тэгаттэ Дэрэмур Мэнэнсуттэ. Мут Амардадут. Хопкилти Гулунтан. Нямалкан Арарти Ергэвни Огалтан. Канти Икэвни. Унтутан Игалтэн. Мучуляп то молбу, киндалу тегатту. Кощипнел бугатан, ингангидат торемет. Муанмирал багатбен, хи айдигачинне. Адельнен хивре, хи нестату ламас. Нянбиторему, джуршку вычислю. Спасибо, что выслушали. Здорово, бигер бардария. Битек бунту, нен дёнтур танчим. Буну чэлэ бунден. Аудиторин Ингангидин дус мергендугуй эргерем. Телефон душ пинни джонтураму? Мен палдыча торинди дугом танникан, коламдан хаводдан, мухаму нинтел бидёникан, онгул энилкен оваттан, хоуч хов кидук кэлеттэм, худалбу энми торамен хадатан, ихуми Авахал пиап гоникен, эникен харкен гондетен. Хякита нинталкен бими айчеваттан. Бей, мун мири бинивен, балтача тореми, хари бими, мангсич бодалдой илаттан.
Хатун ирав тарав жоу каттам. Биневу тюгармадин гер каттам. Куңалду әвәдім әркан кән бейі кәдін. Міндуқ хулек нехалкан бәй атча бейдін. Таракам муын мері дүлдадын. Таманму атча бейдін. Хұркалбу дә неңталкан маңсич исуджыр. Ховки хиндук хоғадаттан. Тодатли, торутли. Әмтен тәкән. Игорь Басни, давайте говорим, Игорь Басни. Пекарбов Мирик. Мирик, Акчантекар. Давайте снял Айнгичин, Тора в Ралиджи. Да, снял такой, как имя такой, Индухи. Десата, Вивешинни. Осика. Десата, Сосика. Группа Сгарбани. Группа Осика. Осика, Гарба, группа Канхе. А вы здесь так не говорите? А нет, не горбан, не хе, нет, не горбан. А не бу горбан, дарева слёб. А мах не горбан, не? А му Сарел Владимирович. Сарел Владимирович. А как не горбан? А к му сандал. Сандал голи. Сандал, ирек класс тотат. Джурис. Джурис класс тотат. Но, ой, мантулика, давайте туром, надо ей, мантутли. Гонжинни. Антуку. Балдачи. Балдача. Торан. Инитин. Эргарам. Эгдин. Әгдин тәкән. Қағым дүнияң әрдер бәкән бидән, дүнияң үштім бәлі. Мантулі әбөді тұғырым әдәйі. Мантулі ғағар.